сейчас тебя будем лечить. Да, 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 мои хорошие, да. Те, кто бегает, сейчас по вольерам рассаживать. Те, кто лежит, повторно, повторно лечить. Так, ну вот судя по мордам, да, собак, пострадали все, и старые, и молодые, и подростки. То есть нет какой-то определенной категории. Да, мой хороший? Все, ты уже бегаешь, да, тебе хорошо. Молодец. Когда пришла беда, друзья спешат на помощь. И в этом ролике мы вам покажем, сколько добрых и преданных друзей у нашего приюта. Лежите, лежите. Лежи, мой хороший, лежи, не бойся, лежи. Ты чего на землю улеглась? Приехал Женя и привез вот этот корм. Мы сегодня сможем всех накормить новым кормом, чистым. Чистый корм привезли. Даже сегодня-завтра сможем накормить вот этим кормом. Ребята, Женя и его команда привезли нам еще корм. Дай Бог здоровья. Женя, от всего сердца, дай Бог здоровья. Вот такой подарок, ребята. Вот такой подарок. 5 тонн у нас подарок корма. Там отравленный. Мы его вывезем. Дадим тебе покушать что-нибудь. Вот. Забито у нас. Спасибо огромное. Низкий-низкий поклон. А вот тут еще мешок. Так что повезем. Друзья, сейчас всем, короче, огромное спасибо. Полная машина здесь. То, что мы собрали на корм. То, что вы помогли. Здесь еще корм. Короче, машина полностью загружена кормом. Сейчас это все повезу в приют. Всем спасибо за помощь. Огромное-огромное спасибо. Приехали из Домодедово. Наш детский сад номер 8 «Белочка» решил помочь приюту вашему. Собрали корма, поводки там есть, чеплашки. Мы очень рады. Конечно, хочется всем помочь, всем уделить внимание, но вас их столько много. Мы будем по возможности, чем можем, помогать вашему приюту. Очень приятная Олечка, Андрей, Кирилл, детки. Спасибо большое.
детского сада списанные матрасики. Вот, смотрите, у меня осталась маленькая дырочка для зеркала заднего вида. Вся машина уложена матрасиками. Сейчас я... Ой, осень какая красивая отражается. Вот так это выглядит. Даже руку просунуть некуда. Девчонки, куда побежали? Девочки, назовите ваши имена. Так, ну, мы семья Тарасовых, у которых тоже полно своих животных, поэтому мы их очень любим. И очень, если мы смогли помочь, то это... Девочки, вы помогли. Да, вы вымыли так красивую бытовку, куда мы сейчас перенесем пострадавших собак. И что, 40 мешков опилок. В машину, конечно, мою не влезет. Ну сколько? И, конечно, не влезет. Сколько влезет, все заберу. Он газель привозил. Ну понятно. Может, газель прислать? Не знаю. Это очередная посылка из Москвы. Здесь в мешках опилки, стружки, много полотенец, одеял. Спасибо Марине и Лерочке, спасибо за одеяло. Очень нужные вещи. Новую машинку. Спасибо Наташе. Нулевка, чтобы лапки стричь. Паспорта здесь для собак. Отелок Цитриаксон. Ну и коробка Витама. Привезли большое количество, так понимаю. Из Чехова. Вот из Чехова. Друзья лохматые души привезли помощь для приюта. А что это вы привезли? Консервы для собачек? Ну, сказали, какой купить, мы позвонили. Спасибо вам большое. Помощь продолжает поступать. Для щенят. Лилия сказала, что для щенят надо. Спасибо большое. Тут единственное... Людям. Там я собрала эти... Господи. Лекарства какие были у меня, там вот там оксиклав может пригодиться, там вот он в инъекциях. Спасибо вам большое. Такое. А это вот у нас собака в начале лета убежала, от нее остался корм для взрослых собак. Вторая у нас не ест. А у нас вот прибежала, не хотите? Не, у нас есть еще один. Смотрите, какая прибежала. Бигли, ну, видите, какая прибежала? Красивый песик. Эй, Мартин, повернись сюда. А этих нету, как это, чип не читали, нету. Искреннюю благодарность выражаем зоомаме, которая откликнулась на нашу беду и взяла самых тяжело больных двух наших собак. Оплатила их обследование, лечение и анализы на токсины. Несмотря на то, что врачи усиленно боролись за их жизнь, собак спасти не удалось. Огромная наша благодарность каналу «Я живой», город Пермь. Они сделали репост, поставили наши реквизиты и обратились к своим подписчикам откликнуться на нашу беду. Спасибо, ребята! Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу беду, кто оказал помощь руками, кормами, материальную и моральную поддержку.
Благодаря вам мы сумели пострадавших собак поставить на лапы, погасить все долги в клиниках, включая Баркова. Многих из вас мы не успели снять на камеру, а многие остались неизвестными. Друзья, когда мы вместе, мы сила. И только так мы можем преодолеть все трудности. Огромное всем спасибо за помощь.